Здравствуйте, рада приветствовать вас на YouTube-канале компании Промэлектрика. Представляем вашему вниманию тиристородиодные модули компании Иксис 3-4 типа размера. Это модули с максимальными токами от 220 до 320 ампер. МЦД-224 представлен двумя моделями с максимальным напряжением 2000 и 2200 вольт. МЦД-220-250 представлены в четырех модификациях 800, 1200, 1400 и 1600 вольт. МЦД-225-255 также в четырех модификациях 1200, 1400, 1600 и 1800 вольт. МЦД-310 представлены пяти модификациями 800 с максимальным напряжением 800, 1200, 1400, 1600 и 1800 вольт. И МЦД-312 представлены в четырех модификациях с максимальным напряжением 1200, 1400, 1600 и 1800 вольт. Если рабочий ток ваших полупроводников до 200 ампер, вы можете воспользоваться только охладителем без дополнительного охлаждения вентилятором. Единственное, что вам понадобится, это паста КПТ-8. Как связующее звено между полупроводником и охладителем, чтобы избыток температуры с полупроводника передавался на радиатор. При использовании нескольких тиристоров или диодов, либо суммы тока около 300 и более ампер, стоит применять дополнительное охлаждение в виде вентиляторов. Но так как охладители нагреваются до температуры порядка 75-125 градусов, стоит применять вентиляторы с металлическими лопастями. Ваш вентилятор не расплавился. Например, такие как вентиляторы IBM PAPST серии 4000, например, 4650, 4656N или 4586ZU. Однофазные диодные мосты на 300 и на 400 ампер. Как я уже сказал, в данном случае потребуется дополнительное охлаждение при помощи вентилятора. Также не забываем использовать термостойкую пасту КПТ-8, которая служит связующим звеном между полупроводником и радиатором. В случае использования мощных диодных модулей также мы советуем использовать охлаждение посредством вентилятора. Все увиденные вами товары в данном ролике в наличии на нашем складе. По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам, указанным в разделе «Контакты» на нашем сайте promoelectrica.ru, либо в шапке нашего YouTube-канала. Компания «Промэлектрика» занимается комплексными оптовыми розничными поставками широкого ассортимента элементов автоматизации, активных и пассивных электронных компонентов, светодиодной продукции, электромеханических элементов и корпусов для РЭА, а также источников питания и готового оборудования из Европы, Америки, Юго-Восточной Азии. Все товары соответствуют российским и мировым стандартам. Способы связи и контакт вы сможете найти в шапке нашего канала или в разделе «Контакты» на нашем сайте promoelectrica.ru. Также напомним, что доставка до транспортной компании и деловые линии бесплатна. Всего доброго, до свидания.